Шеф-повар Максим Григорьев. Творожный рулет по Дюкану. Этот рулет заинтересует тех, кто придерживается белковой диеты Дюкана. Его можно приготовить с клейковиной или кукурузным крахмалом, по желанию в тесто или творожную начинку можно добавить какао. Время приготовления – 25 минут. Ингредиенты. Ванилин 1 грамма. Глютен, клейковина, 1 столовая ложка. Кислота лимонная 0,1 чайной ложки. Разрыхлитель 1,5 чайных ложек. Творог 390 грамм. Фруктоза 1 чайная ложка. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Подготовить продукты. Творог мягкий 0% жирности, 3 упаковки по 130 грамм, 4 яйца, разрыхлитель, лимонную кислоту, ванилин, клейковину или кукурузный крахмал и сахар. Шаг 2. У 4 яиц отделить яичные белки от желтков. Для теста смешать 4 желтка с 1 пачкой мягкого творога, 130 грамм. Шаг 3. Добавить сухие составляющие, сахзам, 1 чайная ложка, кукурузный крахмал или клейковину, 1 столовая ложка с горкой, лимонную кислоту, 0,1 чайной ложки и ванилин, 1 грамма. По желанию можно добавить в тесто какао, 1 столовая ложка. Шаг 4. Замесить тесто. Шаг 5. 4 яичных белка взбить в крепкую пену. Шаг 6. Белки постепенно, в 3 приема, вмешать в тесто. Шаг 7. Вымешивать тесто лопаточкой, от краев к центру. Не использовать миксер. Шаг 8. Распределить тесто по форме, выстланной бумагой для выпечки. Выпекать корж в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке 10-15 минут. Шаг 9. Для творожного крема смешать 2 пачки мягкого творога, 260 грамм, и сахзамом. При желании можно добавить аромик. Шаг 10. Готовый корж остудить. Шаг 11. Смазать остывший корж творожной начинкой и свернуть рулетом. Шаг 12. Рулет завернуть в пленку, убрать в холодильник. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.